Традицию пятничных встреч решили не отменять. В правительстве прошло последнее совещание по финансово-экономическим вопросам, где Сергей Морозов выступил в роли губернатора Ульяновской области. Он отметил, несмотря ни на что, необходимо продолжать активно двигаться вперед. Я поставил перед собой цель сделать Ульяновскую область действительно великой территорией, какой, в общем-то, она была. Вы знаете мой упертый характер, мою работоспособность, и мы с вами это сделаем. Но немножко в другом ракурсе, на другой должности. На совещании министр финансов Наталья Брюханова отчиталась по показателям за первый квартал. Уже в этом году в бюджете города плюсом 3 миллиарда рублей. Важно сейчас выйти на допандемийные показатели. 2020 год был прожит в сложных вызовах. Тем не менее, бюджет стал рекордным по доходности. Налог на прибыль определяет, развивается территория или не развивается. Вот у нас с вами налог на прибыль номер один налог. И главу там вы для себя это пометьте, это вот главнейшая ваша задача в том числе. Не допустить роста цен, беречь малый и средний бизнес, не забывать про инвестиции, развить проект «Медицинский туризм». Выполнение этих задач от правительства ждет экс-губернатор. Также Сергей Иванович отметил, что стоит знать и хорошо понимать, куда мы движемся на пути выполнения стратегического плана. Это и повышение уровня доходов граждан, и улучшение структуры и качества экономики, так нужные для создания рабочих мест с достойной оплатой труда. Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,38%. То есть за 10 дней мы видим еще тенденцию на снижение. Но мы понимаем, что нам этого недостаточно. Наша цель, как мы уже говорили неоднократно, на 1 июня выйти на показатель ниже единицы. На базе корпорации развития Ульяновской области создается центр компетенции промышленности, где специалисты будут помогать предприятиям и бизнесу. Речь пойдет о развитии именно действующей крупной и средней промышленности. Команда, она должна будет упаковывать и помогать предприятиям получать эти деньги на свою модернизацию и расширение. Вот такие задачи у этого центра. Совещание закончилось аплодисментами в адрес уже бывшего главы Ульяновской области. Дальнейшие планы работы будут корректироваться с учетом приезда временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Русских. Все только начинается. Удачи вам. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, УПрава ТВ.